В этом видео мы с вами подведем итоги второго эксперимента с профилем Xbox. Первый эксперимент, в котором мы жаловались на голосовой чат, по сути, на то, чего не было, прошел более-менее удачно. Аккаунт, по сути, не был заблокирован, только лишь заморожен. Кстати, большое спасибо парню с ником Скуби-Ду за то, что прояснил ситуацию. Дело в том, что при первом эксперименте была некая заморозка аккаунта. Но она была не совсем от жалоб, а от защиты от бота. Чтобы просто проверить, это реальный аккаунт какого-то человека, или же это аккаунт, созданный автоматически. И поэтому разблокировка аккаунта там прошла за считанные 5 минут. Надо было всего лишь указать профиль или резервную электронную почту. И все, профиль был разблокирован. Во втором же эксперименте мы жаловались уже на сообщение, то есть уже на какой-то актив с этого аккаунта. Вы писали, я вам отвечал, и вы жаловались на мое сообщение. Это мы делали для того, чтобы проверить, как система определяет оскорбительные сообщения от неоскорбительных. Кстати, большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в этом эксперименте. Ребят, вас было больше 100 человек, это круто, большое вам спасибо. И что же у нас получилось в итоге? Нифига. Нифига у нас не получилось. Аккаунт вообще не почувствовал всех этих жалоб, и он абсолютно в норме. Единственное, кто-то опять перепутал жалобы и почему-то начислили пару жалоб за неспортивное поведение и за то, что это аккаунт мошенник. Кстати, на самом деле очень странно, что он засчитал эти жалобы. Возможно, кстати, если вы пожалуетесь на этот профиль массово за неспортивное поведение, может быть, с этим аккаунтом что-то и будет. Поэтому давайте попробуем в этот раз пожаловаться за неспортивное поведение. Ссылочку и наименование профиля я, как всегда, оставлю в комментариях. Когда вы мне писали, я отвечал, по сути, ничего особенного. Вообще, то есть я писал «Привет, как дела?» или же отвечал на вопрос. И как вывод этого эксперимента, можно сказать, что система оскорблений капец как хорошо справилась. Она тупо не нашла оскорблений, потому что их по факту не было. Могу предположить, что данная система работает по ключевым словам. Fuck you, stupid, noob и так далее. Так как зная, что за оскорбления англоязычных игроков все-таки в бан чата прилетает, и это распространенная ситуация, особенно в таких играх, как Радуга, Колда, Гиря. То есть, если ты будешь общаться и кого-то там оскорбишь в сообщение, то жди, короче, бана. В данном случае у нас вообще ничего не произошло. Возможно, либо мы не попали в какие-то слова определенные, да, типа грубые, либо же система на русский язык вообще никак не реагирует. Если же вы хотите проверить, как все-таки система оскорблений работает на русском языке, то давайте наберем 600 лайков. И в следующем видео мы проверим, как система жалоб работает на русском языке. Дальнейший план действий я опубликую в следующем видео. А пока пожалуйтесь на этот аккаунт только за неспортивное поведение. Посмотрим, что с ним будет. На этом у меня все. Если нравятся такие видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, как, что вы думаете, банили вас, не банили, как вам такие вообще эксперименты. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.